Всем доброе утро или добрый день, называйте как хотите. У нас утро, как у многих день. Включай воду, сейчас будем поливать. Сейчас, короче, поливаем. Я вчера неправильно посчитал, и по моим расчетам нужно было 6 сантиметров еще трамбовать. Андрюхе говорю, блин, вот мы с тобой нахерачили, насыпали. Он говорит, не может быть. Тут с утра пришли, давай еще раз измерять, и правда, оказывается, не надо трамбовать. Точнее, не надо затрамбовывать сильно. Сейчас еще раз промочим и будем это. Немножко трамбовкой пройдемся, выровняем и будем маяки ставить. Маяки поставим. Да, шланг такой странный, да, какой-то? Маяки поставим. И да, пока маяки будут сохнуть. Мы знаешь, что будем делать, Андрюх? Мы будем стены шкрябать, подготавливать к штукатурке. Потому что следующий этап... Штукатурить, да? Да, чекатурить. Почему на Кубани говорят чекатурить? Ты тоже говоришь чекатурить, а? Штукатурить. Ну правильно, штукатурить, но многие говорят чекатурить. Ты слышал такое? Нет. А? Нет. Может, кто-то с русским плохо, а то чекатурит, да? Не, это именно кубанский говор чекатурит, говорят. На че почему-то. Я не слышал такое. Проводку раскидываем. Проводку еще потом. Красиво. Красиво?
работу, пробила, пробила. Короче, маяки выставили, ждем, пока сохнет. Решили готовить стену под штукатурку. Вот побелку надо будет снять всю, потом набить сетку, выставить маяки. Точнее, сначала разводку сделать все электрики и потом уже приступать за штукатурку. Ну, на Курчатов мы снимали, может, когда Самана, все помнишь? Да. Вот. Короче, попробовали намочить, а она это, не получается. Да это, я думаю, не надо, эту побелку. Эту побелку, думаю, не надо, там будет за что схватиться. Вон только вот там главное снять. Здесь стен, конечно, предостаточно все снимать. Я, наверное, сейчас займусь этим. Срезать буду. Батареи срезать. Пока. А ты шкрябы, а я буду срезать. Любимая?
Так, у нас пока маяки сохнут. Забыл, как зовут. Андрей пока там шкрябает. Я хочу вот эту конструкцию разобрать. Почему я ее хочу разобрать? И вообще, я не помню, говорил я об этом, не рассказывал. Вот эту комнату, где сейчас у нас пока ванная, я буду расширять по вот эту, как бы вот, вровень с домом. Вот эта стенка разберется, здесь зальется фундамент, потому что его здесь нету. Вот, и поднимется стены. Вот почему как бы я и выпустил крышу, видите, вот до сюда сразу. Вот. Здесь поднимется стены, все. Чик, и там будет большая, побольше комната, чем сейчас. Будет. Ну не знаю, как для чего эта комната будет. Ну, будет, по крайней мере, побольше. И вот этого акацирка не будет, который здесь, в принципе, не нужен. И крылечко вот это бесполезное, я уберу. Вот, хочу сейчас его разобрать до конца, убрать это все. И по возможности будем вот это разбирать, чистить. Маяки посохнут, будем заливать пол. Маяки схватились, я вот сейчас заливаю все водой, потому что, ну, сами понимаете, жара стоит, раствор просто начинает сейчас влагу тянуть, ну, вытягивается, и не очень-то довольно-таки прочный получится раствор. Сейчас вот Андрюха в магазин побежал за квасом, потому сейчас мы будем заливать. Дождались, как говорится, самой жары. И будем сейчас заливать. Я пока сейчас промочу, раствор наведу. Вдруг это бежит. И будем заливать. Последний вот именно этап этого заливки. И потом уже пойдут стены, штукатурка, электрика, сантехника. Что такое проводить будет. Может, это самый сложный этап в этой стройке.
заливка бетона. Но потом еще будут. А заливка финишного пола тоже нелегкая работа. Но там, не знаю, такое ощущение, что почище, потому что все-таки там уже черновой пол-то он выведен хорошо. И уже тянуть там 5 сантиметров, ты знаешь, везде, что 5 сантиметров, тебе маяки легче выставить и тому подобное. Так что работаем. Да, а где Андрей? В магазин пошел, класс ему захотелось. Что-то им там не пахнет. Хотя мне кажется, что он за классом, наверное, это. Не за классом, да, пошел? А мне что-то кажется, что не за классом пошел. Сколько его уже нету? Сколько-то ты вышла, получается, он минут 5 так ушел. Ого, я уже вышла, у меня дети уже спят минут 30. А до магазина здесь 7 минут туда, 7 обратно. Минут 15, короче, это максимум. Придется нам, чувствую, с тобой вдвоем работать. Нет, не видно его даже. Я не А ты пока не делай раствор, ты один будешь все заливать? А что делать? Но если он не придет, тогда лучше вечером залить, когда жара такая уйдет. Плюс 40 в тени. Не, я уже не смогу, он мне не смог, как уверен не ставит. Ага. Да придет он, ребят. Что-то мне чувствую, что не придет. А если придет, то придет. Веселый. А потому что ты деньги сразу дал. Все, потеряли. Потеряли пацана, он был. Да, потеряли пацана, все. Весело. Он в рабочем ушел? Он в рабочем только пришел. Ну ладно, посмотрим. Кого ищешь? Потеряли пацана. Посмотрите. Все, да. Классно. Так не бывает, не может быть. Такого не может быть, да? Да. А ты уже посчитал. А поэтому я тебе говорила, не надо никогда платить заранее. Все, нету. Ну так ты не поступай, я не знаю. Мы ему уже и зарплату прибавили, да? Уже в два раза прибавили. Он не то, что не хочет работать там. Не знаю. Но это... Это другого хочет. Угу. Не, я думаю, наверное, он, скорее всего, попутал, перегрелся. Он не в этот магнит? Он знает, что тут магнит есть. Да? Да, мы ходили с Олесей, с ним. Когда, помнишь, ты уезжал с Миланой? Они это, мы ходили с Дамиром по пути, как раз он работал у нас. Провожали их, мы в магазин пошли. А он знает, что здесь магнит есть. Ну, нету.
пока вам нету. А сегодня у нас еще какой день недели? Среда. А почему мусор не забрали? У всех мусор стоит. И у нас тоже стоит. И у соседей стоит. Да? Может быть. А как же жарко. Ну ладно. Нет, это ненормально, Руш. Уже сколько? Уже 50 минут прошло, как его нет. Ладно. Ну, вот, знаете. Это у него ее нету. Стопудово.
постоянно вечером. Потому что когда ты один такую жару делаешь, пока я донес, высыпал, растянул, этот начинается схватываться. И приходится доливать воды. А это уже нехорошо. И раствор будет такой же, это, ну, слабоватый. Когда вдвоем работает, допустим, один стягивает, второй тебе подносит, он не успевает схватиться раствор. И если он схватывается уже, схватывается на месте. А здесь получается, пока я это растянул, этот уже загустил немножко. Просто я реально... Вот это можно сказать, я в шоке. Так, в полном шоке. Ну, шок это мягко сказано, потому что... Ну, это первый, кого он кидает. И мы, с одной стороны, знали, что он может любой день кинуть. Ну, блин, не до такой степени. Ну, не до такой, да, это может пообещать и не прийти. Да, это было такое. А чтоб деньги взял, допустим, и ушел было, посреди что, допустим, дня. Он, просто я этого не говорил, да, и там... Было, что звонит, говорит, все, я выезжаю, выхожу на работу, приезжай за мной. Я приезжаю, а его нету. Недавно даже это было пару дней назад. Да, он просто тупо ушел и все. Его там кто-то друг позвал какой-то, и он свалил, и все. И Рушан едет обратно. А я еду обратно, хотя мне позвонил, у нас договоренность. Я неоднократно говорил, что есть договоренность. Нужна работа, он звонит, я за ним приезжаю. Вот. И дело в том, что Рушан сам, о, вернее, Андрей сам ему звонит. Да. Сам звонит, спрашивает, есть работа, потому есть работа. Потому что, во-первых... А я ему не могу позвонить по той причине, что у него нет телефона. Угу, только у его старшей дочери. Да, он когда возьмет у нее, он наберет, когда ему работа нужна. А тут получается, набрал, я приехал, его нет. Ну, это неоднократно было. Ну, вот такого момента, чтобы, допустим, да, и то, опять же, блин, я не деньги ему отдал. У него там, жене надо было куда-то, ну, в больницу, там что-то такое. Муж ей там надо деньги отдать, а я отработаю. Хорошо, я ей отдал. В итоге они там что-то, видимо, распределились, как бы, да, она не все деньги взяла, она ему тут дала. Вот результат. Пустые ворота. Вот результат, пустые ворота. Вот результат. Андрея нет. Ну да, это, блин. Просто, знаете, что самое, что обидно, да? Вот. Люди, не зная правды, да, начинают там... Не платите то, это не платите там. Нет, там такая семья. Такое. Если бы вы знали про эту семью, то бы вообще сказали бы нам, не связывайтесь. Просто много чего не знаете. Что мне приходится, допустим, после... ладно, это я не буду говорить, но... Нэнси гитарит, что ли? Да, можно. Да, я тебя только жду. Я и вышла к тебе сказать, чтобы ты не делал следующий замес. Хоть поешь нормально. Андрей толком не ест. Он говорит, я если поем, говорит, я начну засыпать. Я не хочу. Вот я пытаюсь впихнуть им там по бутерброду. И то, да, вот вчера я во второй бутерброд еле впихнула. Особенно летом. Зимой, когда мы еще на Курчанах работали, он ел и обед, и полдник у нас и был. И то его же не заставил больно ну, да, ставить. Ну да, как бы там заставили... Все равно как бы... Ну он ел, а сейчас ел, нет. Потому что, да, не было жарко. Только кофе пьет. А из-за него и Рушан не ест. Он же его не бросит, не пойдет есть. У нас даже был такой момент, когда они вот здесь пол заливали. Рушан вот здесь стоял с тарелкой и ел. Да? За 5 минут ты поел. Ворота закрыли, и прибежал. Можешь мне полотенце принести? Ну вот и вечер. Солнце почти садится. Попробую поработать. Я тебе совсем чуть-чуть один замес сделал. Это. При жаре одному заливать не то что тяжело, а при жаре получается раствор быстро схватывается. И пока я здесь растянул, в корыте он уже густеет. Поэтому жара спала. Сейчас быстренько попробую залить. Кстати, нашел 5 копеек.
87-го года. Thank you.
садиться. Время у нас 21:13. А кстати, вот теперь посмотрите, насколько видео у него отстают. Смотрите, сегодня 10 июля. Ну, взяла, не спалилась. Да, вот так вот. Блогер не должен день в день выставлять видео. Это небезопасно, я тебе скажу, даже если уезжаешь из дома. Ну, это нереально. Ну да. Это физически невозможно. Рушан заклеил там серебрянкой. Ты показывал, нет? Нет, я не показывал, кстати, это надо стоит посмотреть. Я ходила, смотрела. Нормально, ты не видно? Да, я Милану покупала, потом пошли с ними вместе. Ага, я думаю, что это было. Угу. Мы ходили, гуляли. Я ее в полотенце укутала, и мы ходили. На улице духота, хоть ветерочек, хоть небольшой бы, а? Я нету. Этой ночью ветер, да, такой хороший гулял? Да, но это не спасло. Это не спасло нас ночью. Мы всю ночь не спали, и дети не спали. Вернее, дети не спали, и мы не спали. Там многие пишут, типа, сами выбрали Кубань, что теперь жалуются. Мы не жалуемся. Мы просто рассказываем, какая здесь погода. Да. Для тех, кто хочет туда вдруг переехать. Ну да, что такие нюансы бывают. Когда человеку что-то не нравится, он переезжает. Да, просто здесь там начали сравнивать с регионами там. Ну, там другие регионы. Просто в каждом регионе температура переносится по-своему. Поэтому. Мы не жалуемся. Мне нравится. Я не под каким предлогом отсюда не перееду. Да. Нет, когда не перееду. Под каким? А? Под каким? Ну, если у меня там квартиру в Сочи подарят. Так, мне не хватило буквально полмешка цемента. Чуть-чуть совсем. Поэтому на сегодня я свою работу закончил. Завтра продолжу.